Совсем скоро в Нижнем Новгороде начнется сезон дынь и арбузов. К концу лета созревают самые популярные – астраханские и волгоградские сорта, которые заполняют прилавки магазинов. Проверить их качество можно только в лаборатории. Такая экспертиза дает объективные результаты. Что растет в тени, там больше содержания нитратов. То, что на солнышке растет, там меньше. Поэтому даже если брать с одного бока, с желтого, там будет меньше содержания нитратов, чем с более зеленого бока. Для этого мы делим плод на сегменты полностью, чтобы сделать равномерную навеску. Узнай больше о событиях Нижнего Новгорода на Первом городском телеканале. Следи за городом.